Натальи, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как в кружок усевшись под азалией, поедом с восходу до зари ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте Кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету Кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели Кука.